Друзья, всем привет! С вами Максим Шубин. Канал «Это реально интересно». Не забывайте поставить лайк, подпишитесь на канал. Друзьям расскажите, колокольчик нажмите. Сегодня я вам расскажу достаточно много информации про игру Shadow Fight Arena. Сразу вам скажу, это будет отдельная игра, это не продолжение Shadow Fight 3, это не какой-то новый режим для Shadow Fight 3, это будет отдельная игра. Ну что ж, поехали, ребят. В общем, посмотрите, какие есть ссылки в описании, мои социальные сети, ребят. В общем, фолловьте меня везде, подписывайтесь, ну и заходите на наш сайт, где вы сможете приобрести различную валюту, аккаунты для таких игр, как Brawl Stars, Stand of 2, Clash Royale, Clash of Clans, Free Fire, PUBG Mobile. В общем, заходите, ссылка в описании, погнали. Когда выйдет Shadow Fight Arena? Без сомнения, это самый важный вопрос для игроков, и мы не могли его проигнорировать. Мы создаем очень амбициозный проект, в котором вы сможете насладиться настоящим и традиционным PvP-файтингом, и это довольно комплексная задача. И пока мы не убедимся в качестве геймплея и соединения, мы не будем объявлять дату выхода, чтобы не давать вам ложных ожиданий. В то же время мы будем постоянно рассказывать о деталях игры на моем YouTube-канале, когда выйдет игра, как раз таки вы здесь сможете узнать. Так что, ребят, подписывайтесь и будете в курсе. А какие будут системные требования для комфортной игры? В данный момент игра находится в разработке. Что-то постоянно меняется, меняются и требования. Наша задача сделать игру близкой по требованию к Shadow Fight 3. При этом мы хотим улучшить визуальную составляющую игры, поскольку для нас важно постоянно развивать для вас эту игру. Вы планируете сюжетную линию для каждого добавленного персонажа? За каждым из наших героев стоит история. Мы будем рассказывать ее в наших социальных сетях, поэтому подписывайтесь, следите за ними, ребят, ссылки есть в описании. Go, подписываемся, следим. Каким будет размер файла игры? По нашим текущим прогнозам, игра будет занимать меньше места, чем Shadow Fight 3. Но точнее мы скажем, когда финализируем системные требования игры. На каких платформах выйдет эта игра? Мы планируем выпустить Shadow Fight Arena на iOS, Android, ПК, PS4 и Xbox One. Это новая игра или режим для Shadow Fight 3? Shadow Fight Arena — это новая игра, которая сильно отличается от Shadow Fight 3 по геймплею и развитию персонажей. Сколько героев и локаций будет в игре? К выходу игры будет 13 персонажей и 10 локаций. Играть по сети можно только онлайн или будет возможность играть по локальной сети? Игра предлагает два варианта боев. Онлайн с реальными противниками и быстрые матчи офлайн с искусственным интеллектом. Будут ли новые локации и музыка к ним? К выходу игры будет одна новая локация, мы расскажем о ней в будущем. Будет ли в игре система эмоций? Да, мы планируем ввести систему эмоций, сейчас мы думаем над ее реализацией. Будут ли оружие и броня в игре? Арена сфокусирована на героях, и мы не будем вводить отдельных сетов оружия и брони. Каждому герою нужно проявить свое мастерство в каждом из боев, и он не будет рисковать, пробуя что-то новое. Будут ли в игре режимы выживания, специальные события и так далее? Специальные события определенно будут, мы хотим сделать их уникальными и не похожими на то, что вы видели раньше. Будут ли добавлены в качестве героев боссы из Shadow Fight 2. Нас очень впечатлило ваше желание играть за героев из Shadow Fight 2, и мы всерьез раздумываем над тем, чтобы добавить их, но пусть на данный момент это будет сюрпризом. Будет ли закрытое бета-тестирование и когда? У нас будет проходить ряд тестирований, у каждого из которых будут свои цели, проверить соединение, геймплей, игровую экономику. Для каждой цели нам могут потребоваться разные условия, и мы не можем гарантировать вам участие в этих тестах, но эти тесты есть, ребята. И также, ребята, у меня есть некоторые кадры геймплея Shadow Fight Arena. Так что, ребята, давайте наберем хотя бы 100 лайков под этим роликом. Ну и комментарии пишите, хочу геймплей Shadow Fight Arena. Тогда я, конечно же, сразу же выпущу этот ролик. Так что, ребята, все зависит от вас. Делитесь этим роликом своими друзьями, ставьте лайки. И скоро тогда выйдет этот ролик геймплея Shadow Fight Arena. Добавите ли вы возможность сражаться командой? Сейчас мы хотим убедиться в качестве наших боев один на один, поэтому в обозримой перспективе мы точно не видим групповых боев Shadow Fight Arena. Управление в арене будет таким же, как и в Shadow Fight 3. Да, у Shadow Fight Arena будет привычное вам управление. Это полноценный файтинг, в котором вы контролируете каждое свое движение, а не только активацию особых способностей. Можно ли будет играть с друзьями против друг друга? Да, в игре будут бои с друзьями. Будет ли в игре клановая система? Мы хотим сконцентрироваться на индивидуальном опыте игрока, поэтому в обозримом будущем не планируем вводить функцию для социального взаимодействия внутри игры. Встретим ли мы тень теневого разума или потомка тени? Мы знаем, как вы хотите увидеть столь важных героев нашей вселенной, но
В данный момент мы думаем над другими героями из Shadow Fight 2 и 3. В принципе, друзья мои, это все вопросы и все ответы, которые я смог найти на данный момент. На момент 16 февраля 2020 года. Я думаю, будут появляться новые ответы, новые вопросы и так далее. В общем, следите за моим каналом, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, ребят, в комментариях, какие вам интересны вопросы об этой игре. Постараюсь как-то их разузнать, так сказать, ответить на эти вопросы. Надеюсь, получится. И увидимся, ребята, в новом ролике. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, если хотите максимально быстро увидеть геймплей Shadow Fight Arena. С вами был Максим Шубин, канал Реально Интересно. Всем удачи и до скорой встречи.